Исправительная колония номер 4 – не только учреждение службы исполнения наказаний, но и крупные работодатели, а также местные производители на территории нашего города. При учреждении действует попечительский совет, в который входит руководство города, депутаты, представители различных организаций. Разработана здесь и программа взаимодействия между колонией и муниципальным образованием, в рамках которой определяются вопросы, где местные власти могут оказать учреждению содействие. Например, в сбытии продукции, которую производят осужденные. Этому и была посвящена встреча презентации с участием всех, кто заинтересован в приобретении спецодежды хорошего качества по разумной цене. Нитки специальные тоже не горят. Казенное учреждение давно и успешно развивает собственное производство, в том числе легкую промышленность. Например, в прошлом году в колонии номер 4 только швейной продукции произвели на 45 миллионов рублей. В среднем отшито около 153 тысяч различных комплектов одежды. Большие заказы по пошиву спецодежды были выполнены для различных организаций, от Почты России до столичных поставщиков спецодежды. Понятно, что казенное учреждение имеет в этой сфере значительный потенциал, который пока используется не в полной мере. А потому в колонии ждут новые заказы. Тем более, что спецодежду здесь готовы производить на любой вкус и пожелание. Работать как с юридическими, так и с физическими лицами. И шить даже индивидуальные защитные костюмы. Так что обращайтесь в отдел маркетинга по адресу Чиркова, 35, или звоните по телефону 284-16.